тебя все руки заняты. Всем привет. Я обычно знаю, что на таких мероприятиях обычно такие проблемы со звуком, со светом, поэтому у меня есть несколько слайдов, которых я обычно показываю, пока все настраивается. Мотаю, шлеп, шлеп, шлеп. Отлично. Вот, это я немножко про меня, действительно много чем занимался по вебу, много чем занимаюсь. Сейчас у меня есть школа, еще один проект, студия, который мы сделали, чтобы наши выпускнички могли работать так, как нам нравится и так, как им нравится. Вот, ну и я буду рассказывать по ходу то, чем мы занимаемся. Вот, это Epic Skills, это компания, в которой, собственно, школа, которую мы создали 3 года назад, для того, чтобы объединять лучшие практики по веб-разработке, веб-дизайну, управлению проектами и всякими такими штуками. Вот. Я люблю свою работу. И это еще один проект, который мы сделали. Это студия. Мы запустили ее типа 4 месяца назад. Ну и это полностью такая веб-студия, укомплектованная выпускничками школы, что, в общем-то, показывает, что мы действительно нормально всех учим, они нормально могут работать. Вот. А все это было сделано в рамках того, чтобы после окончания курсов люди могли получить возможность стажировки или работы, ну и выйти на рынок уже с портфолио, с опытом и с уверенностью в себе. Что очень важно, о чем я, собственно, еще и буду говорить. Вот. А сегодня будет 4 темы, я буду отходить, чтобы видеть, что мне там написано. Про то, как мы вообще учим людей, так кратенько. А потом про печаль и проблемы в образовании вообще, и, собственно, то, чего мы от него ждем, и что получаем нам по факту, про то, как начать работать можно, а не долго учиться, и, собственно, почему мы будем идти к этому, наверное, как вообще цивилизация, и как человечество, и как население этого города, в частности. Вот. И в качестве необходимого достижения для этого, почему наделиться тем, что вы чему уже научились, и почему, в общем-то, если вы чему-то научились, почему не делиться нехорошо. Ну вот такой сегодня будет месседж, ну давайте начнем. Да, по поводу формата. У нас есть 2 части, насколько я понял, достаточно одинакового размера. В одной я что-то рассказываю, в другой вы что-то спрашиваете. Поэтому сначала я буду говорить всякие спорные, неоднозначные вещи, с которыми будете согласны, с некоторыми нет, для того, чтобы вот в третьей части могли с вами пообсуждать, что если я буду говорить какие-то слова совсем сложные или непонятные, или говорить очень быстро, можно там помахать ручкой или прямо с места что-нибудь спросить, вот, но если совсем непонятно, потому что иначе я начну с вами болтать, и мы закончим с вами только в 11 вечера. Вот. Так необычно, я обычно на занятиях, я стою, все сидят, все выше меня, сейчас смотрю на вас снизу вверх, так клевенько. Вот, давайте с базовых вещей, а зачем мы вообще кого-то учим? Обычно, когда говорят об обучении, имеют в виду 2 разные вещи, вот первую и вторую. Некоторые люди еще имеют в виду 3-ю и 4-ю, но это достаточно такие вырожденные вещи, там не более 0,5% населения занимаются наукой или какими-то военными технологиями. Поэтому мы не будем говорить про летающих гусениц, и мы не будем говорить про военных, которые управляют летающими гусеницами. В основном будем, конечно, говорить про айфончики и богатый внутренний мир. Ну, айфончики еду слева и внутренний мир справа. Вот. Про обучение. Тут есть профессиональные преподаватели или выпускники педвузов? Ой, вам будет больно, наверное, сегодня. Окей. А есть те, кто не выпускники, но преподают или читает лекции, или рассказывает, чем-то делится? Ну отлично, мы с вами примерно в равных пропорциях. Ну, наверное, просто когда приходит какой-то чувак и начинает рассказывать вам, как правильно делать, наверное, ему не очень хочется верить, и это правильно, если хочешь, то это странно. Вот. Но я думаю, что вы уже вышли из возраста совсем такой детской наивности, поэтому мне соответственно рассказать, почему я рассказываю сегодня про образование. Epic Skills мы делаем простую вещь, мы проводим от реалистичной задачи, насколько курсы практические, то есть мы учим людей навыкам конкретным, там, как создавать сайтики, рисовать дизайн, управлять проектами и т.д. Мы даем им конкретную задачу, и очень похожую на ту, которая есть в реальном мире. И проводим его через курс, чтобы он ее решал. Ну, вот, например, ему дается какое-то вот такое вот задание, большой кейс, там, страниц на 20, и ему нужно привести его к выполнению, допустим, дизайн-макет, допустим, вот такого, или вот такого, или, например, вот такого, или, например, вот такого. Вот. Это что такое? Это на самом деле... Это были
4 работы студентов базового курса по веб-дизайну, у которых выпускной в это воскресенье. Их еще никто не видел. И, наверное, если они здесь, ребята, здесь есть где-нибудь, спрятались, им сейчас было не очень комфортно, но ничего. Никому не рассказывать. Очень простая вещь. Вам дается реальная задача, которую... Ну, точнее, не вам, а студентам. Я не могу понять, что я не у себя. Вот, значит, есть какое-то конкретное, как в реальной жизни, и нужно дать какое-то решение. Вот. И для этого у нас есть там аудиторные занятия, есть какие-то схемки, есть задания. Это работа с личным наставником, который коучит и помогает решать какие-то вопросы. Вот. Ну и какие-то там возможность пойти раз в неделю на холдей, поспрашивать какие-то вопросы и поработать в коворкинге. То есть вот такая вот, достаточно типичная для любого, наверное, школы или университета образовательная среда. То есть ничего такого особенного инновационного нет, если есть онлайн-обучение, но по факту это довольно классическая модель. Вот. Вот тут есть вот первая ссылочка, это ссылочка на эту презентацию. Если вдруг вам срочно куда-то убежать или уйти, или вы уже спать хотите, можно, короче, сфоткать и посмотреть дома. Я обычно так делаю на случай, чтобы, ну, вдруг кому-нибудь нужно выйти. Вот, а у нас есть блог на Spark, и там, в общем-то, про то, как мы учим, очень много написано, очень длинные статьи, их никто не читает. Но можно лайкнуть и сделать, что вы почитали. Вот, мы считаем себя находящимся на светлой стороне, потому что мы готовим выпускников для рынка, они работают, находят работу, выпускники практически в любой там крупной студии или агентстве. То есть мы такие, ну, типа, хорошие, мы очень стараемся, постоянно переделываем курсы, но получается на самом деле, что не все стараются. И по факту, если говорить про там классическое образование, которое делают большие образовательные машины, то мы проводим обычно 4-6 лет по 6 часов каждый день. И как бы в итоге вот мы выходим, мы идем работать, ну, то есть не мы, а очень часто люди, допустим, получив образование, не знаю, какой-нибудь там социолог, идут работать там в магазин или СММщиками какими-нибудь, то есть или начинают заниматься какой-нибудь бизнесом, связанным с едой. То есть по сути, они потратили 4 года на то, чтобы получить вот полное профессиональное образование в чем-то, и все. Ну и каждый раз, когда ты занимаешься образованием, я на самом деле очень сильно переживаю, потому что, ну, то есть, если бы, скажем, у меня была бы возможность человека учить там хотя бы год каждый день по 6 часов, я не знаю, кого можно было бы из него вырастить. Но мы делаем маленькие вечерние курсы, и, конечно, нам очень обидно, поэтому мы очень переживаем из-за того, что происходит, из-за качества, из-за плотности образования, которое у нас сейчас есть. Поэтому, к сожалению, очень хотел попасть в параллельную реальность, но пока никак. Вот. Небольшой список печалей, почему все так, на мой взгляд, все так печально. Я думаю, что вы с этим сталкивались. Я верю, что все себя такие грустные. Значит, где-то узнали себя. Вот. Очень коротко про пункт 3. Потому что когда мы запустили собственную компанию, когда мы устраивали собственных выпускников, мы очень четко поняли, что мы делаем не так. И мы очень на самом деле поняли, насколько страшно, когда ты учишь людей и потом не видишь их реально в действии. То есть насколько страшно, когда ты не можешь корректировать учебные программы под рынок и под то, что реально нужно. Вот. Я думаю, что вы уже сфоткали и прочитали. Вот поэтому можно спросить вопросы, может быть, какие-нибудь непонятные, неясные. Отлично, спасибо за вопрос. Геронтократия — это власть стариков. Это когда у вас, допустим, какую-нибудь информационную безопасность считает человек, которому это лет 70. То есть, который еще Риф Мовизор помнит, наверное. Вот. Переходя больше к экшену, таким капитанским вещам, про значимость. Почему, собственно, вообще, ну, почему вообще нужно учиться, почему вообще нужно работать? Ну, всем нужно где-то работать. Ну, желательно, чтобы работа была хорошая, но вас радовала. Чтобы работать, нужно что-то уметь. Это не очевидный факт, но, ну вот, к сожалению, блин, это так. Чтобы научиться, нужно учиться. Нужно, чтобы вас кто-то учил, и чтобы у вас была некоторая система. Ну, то есть какая-то регулярность, какие-то там домашние задания, какой-то контроль качества, потому что так вы учитесь лучше. А чтобы получить, собственно, опыт и уверенность,
Да, нужно работать. Нужно работать, 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 работать. А чтобы быть классным, нужно иметь пример перед глазами. Это очень важно, потому что, ну, вы знаете, что, ну, я для каждого из вас был пример в жизни, когда какого-то человека, с которого вы себя строили, которого вы моделировали, и на основании него вы стали тем, на основании нескольких примеров, да, то есть таких значимых фигур, вы постоянно думали, вот, наверное, я дорасту, я стану вот таким, вот я буду похож на этого. Были такие случаи? Ну, наверняка, то есть каждый раз есть такие, такие люди есть. Вот. Это пример может быть даже выдуманный, это может быть ваш воображаемый друг, который, вот ты кем работаешь? А. Ладно, хорошо, ты кем работаешь? Журналист. Журналист. Есть некоторый такой воображаемый человек-журналист, он находится у вас в голове, и он, допустим, там всегда проверяет ошибки, всегда пишет крутые репортажи, всегда находится на месте событий, я не знаю, всегда проверяет все факты, не через Википедию, а через какие-то, там, не знаю, источники. И вот он такой клевый, и вы хотите на него быть похожим. Вот. И если этот человек находится рядом с вами в качестве преподавателя, это вообще отлично. А если ваши преподаватели, они такие какие-то совсем на него не похожи, они скорее похожи на антигероев, то это грустно. Вот. А, ну и, наверное, там тоже достаточно очевидный факт, что путь к хорошей работе лежит через большое количество практики. Очень большое количество практики. Причем такое количество, после которого вы уже перестаете замечать. То есть вы просто ее делаете, уже не думая, из чего вы делаете, как. Включили кнопочку «делать» и на автомате делать. А вот тогда вы становитесь специалистом, который хороший. А, вопрос в том, что вот если вы на самом деле практически ничего не умеете, но уже очень хотите, ну, потому что, скорее всего, ситуация, при которой вам нужно сначала закончить школу, потом закончить... Что там закончить? А, типа бакалавриат, специалитет, ну, сейчас, наверное, есть, нет. То есть это 5 лет еще, и вот там, наверное, будет 21, да, когда вы, то есть только в 21 человек в общем-то получает некоторое право чем-то заниматься, начать, попробовать начать чем-то заниматься нормально. Вот. Ну, а если посмотреть там, что, ну, в общем-то, мы становимся более-менее там сознательными чуваками лет так там с 14-16 уже что-то мы можем делать, то, конечно, очень хочется пораньше. То есть для меня, например, необходимость того, чтобы 5 лет там где-то еще учиться, прежде чем работать, за компанию, которая занимается обучением, которая приезжает там со всей страны, на самом деле, понемножку, которая известна там в Питере, Москве, это 3 года. Если бы я куда-нибудь пошел бы учиться на создание образовательных проектов, я бы сейчас был еще на третьем курсе. Вот. И на самом деле для большинства из нас путь к успешной работе выглядит вот как-то так. То есть, вы играли в эту в игрушку, да? Как она называется? Кто не помнит, ну, про велосипед, который подпрыгивает. Gravity Defeat, хорошо. Вот, в общем, ваш шанс долететь до суда, он даже не математический, он статистический. Если кому-то повезет, а кому-то нет. Потому что как бы расстояние большое, лавы много, вы можете испугаться, вас может не повезти, вы можете пойти на собеседование, допустим, мы там не выспались, например, и все. То есть, конечно, вот в идеальном мире оно должно работать вот так вот. Да? Но мы все понимаем, что вот такой картинки нам бы хотелось. Верно? А на самом деле она выглядит вот так. Вот. А поэтому что делать? По факту есть несколько способов для того, чтобы начать реально что-то делать, не имея там большого технического образования. Во-первых, это стажировки, которые только постепенно в компаниях начинают становиться основным источником кадров. То есть много компаний осознают, что взять кого-то с нуля и выучить его в режиме личной тренировки немножко попроще, чем искать кого-то готового, кто последние 5 лет занимался тем, что там, сдавал сессии как-то и пытался, в общем-то, чему-то научиться, какие-то единичные информации из своего образования вытащить. Вот. И когда компания, просто говорю, например, допустим, у нас, в принципе, в компании работают все люди, которые на нас учились. То есть у нас нет никого, кого мы взяли с рынка, мы всех выращиваем всегда. И когда мы понимаем, что
ты со своими стажерами проходишь одно и то же, по сути, от лучших одному и тому же, у тебя появляется идея делать некий внутренний курс, который бы обучал человека, который пришел с нуля абсолютно, до того специалиста, который тебе нужен. Ты создаешь, по сути, небольшую учебную программу, но свою внутреннюю. Так появляется корпоративный университет. То есть, когда для сотрудников, да, есть некоторое внутреннее обучение, системное, с заданиями, с оценками. Кто-нибудь слышал про вот такую штуку? Видимо, единицы. На самом деле, это достаточно такая, ну, серьезная вещь. Это разрабатывается, производится программа роста для каждой специальности, да, какие-то образовательные траектории. То есть, типа, вы сегодня приходите работать там, я не знаю, метать пол, но там через 4 года вы становитесь директором филиала по городу. Это не потому, что это шанс какой-то, а потому что у вас что-то прописано. Там, вот, вы будете через год и 3 месяца и 2 дня учиться здесь, заниматься тем, потом вы сдаете такие-то вещи, и в случае такого-то процентного результата вы получаете там повышение или такие-то вещи. Да. Здесь вопрос на самом деле еще не только в образовании, а просто еще именно в защите, да, то есть, как, наверное, будущей корпорации не очень интересно учить человека, который может уйти, поэтому в том числе в саму программу это закладывается. Ну, например, некоторые компании, они открывают свои корпоративные университеты, и там можно пойти научиться, и тогда это гораздо более открыто, гораздо более дружелюбно. В том случае, если, допустим, они берут за это деньги, либо отписывают контракты, которые человека от этого... Естественно, там, где у нас есть массовый набор, мы стараемся делать обучение максимально, чтобы нельзя было отправлять, да, чтобы конкуренты не отправляли нам кого-то, а потом забрали к себе. Но это было бы абсурдно, да. Вот. Спасибо за вопрос. Еще одна клевая вещь это курсы с практикой, например, там, как у нас, где вы становитесь получить какую-то штуку уже готовую, да, то есть вы такие понимаете, что приходите, понимаете, что через там 2-3 месяца у вас будет уже что-то, что вы можете показать. Это очень важно, потому что сегодня там среди выпускников или каких-то просто людей, которых набираешь, единицы людей, которые хотя бы что-то за их там 20 лет жизни сделано реально хорошими ручками. Это абсурдная ситуация, когда человек там занимался там 3-4 года чем-то, а по факту ручками сделано чего-то готового, жизненного и применимого в реальном мире у него нет. Поэтому если такая возможность есть, то это очень клево. Ну и какие-то простые фриланс-проекты, которые тоже дают возможность показать, что вы что-то хорошее сделали, они будут вам полезны. Вот. И вопрос следующий, значит, как этому всему учиться, чтобы вот попасть в... Да. Наверное, про волонтерскую работу всем понятно, да, почему это клево, почему это хорошо, как это вообще работает. Вы получаете возможность принять участие в каком-то событии, получаете место в тусовке в команде, наблюдаете за работой вашей команды, за это вы отдаете свое время и не получаете за него денег. Онлайн-курсы, офлайн, я думаю, что все понятно. Есть такая вещь, как сэндвич-курсы, они у нас еще не настолько раскручены, но мы, например, это делаем. Кто знает про сэндвич-курсы? Знаете такую штуку? Это довольно просто устроенная вещь, это когда у вас обучающий провайдер договаривается с работодателем, и у вас, допустим, там, полгода вы учитесь, полгода вы работаете, полгода вы учитесь. Почему это клево? Потому что за первые там, полгода или там, несколько месяцев вы получаете некоторый набор навыков, которые вы забыли бы. После этого у вас есть какой-то блок практики, в котором вы все это отрабатываете. Плюс у вас появляются реальные вопросы. То есть вы уже становитесь начинающим специалистом, и в следующем блоке вы структурируете свой опыт и получаете новый. То есть у вас уже есть опыт и практики, и теории, и системы, и вы уже понимаете, как все работает. На самом деле, это то, что мы сейчас делаем, и нам кажется, что это просто офигенно круто для практических штук. Вот. Ну и опять же, да, опять же, простые на простых проектах можно учиться. Вот. Ну и на случай, если вы еще не в курсе, вот такое предупреждение для всех. И если вы еще не в курсе, то как бы вот.
Окей, подведем итоги. Все на самом деле очень хотят работать, как говорил доктор Деминг, 95% людей, по-моему, хотят работать хорошо, просто не знают как. И ситуация устроена так, что вот там 2, 3, 5 лет жизни вы накапливаете как по крупицам, на самом деле собираете профессиональный опыт, часть у кого-то, часть из книжек, да. И наконец-то вот вы становитесь хорошим специалистом. Надеюсь, что многие из вас уже стали. Я помню просто про себя, да, всякие штуки из управления проектов, из программирования, из проектирования интерфейсов. Это все приходилось находить вот как-то частями, спрашивать кого-то, где-то искать какие-то ответы. И вот у меня в голове есть какое-то понимание того, как нужно делать хорошо, получать хорошо, всем нравится, все счастливы. Дальше последний интересный момент. Вот вы эти знания, у вас они есть, у того, кто находится, кто начинает сейчас, у него их нет. Вот эти знания, которые вы накопили, если вы их не передадите, они будут похоронены вместе с вами. И следующим поколением придется начинать все сначала. Это довольно печальная ситуация. А кому-то нужен будет личный пример, который могли бы быть вы. Но не будете. Ну, потому что вам неинтересно делиться, или вы делиться не хотите, или вы не умеете этого делать, или не знаете. И вот в этой ситуации самое хорошее и полезное, что вы можете сделать, наверное, для Вселенной, как специалист, это начать делиться и вдохновлять. Как, например, делаем мы, и как, допустим, это наверняка задумывалось основательными проекты Creative Mornings. То есть мы приходим, рассказываем что-то, и вы такие: вау, классно, вот я прочитаю, подумаю, и, возможно, начну заниматься этим. Самое важное в обучении людей, что я вынес для себя, это постоянная работа над собственными знаниями. То есть по факту, когда вы что-то умеете, вы часть вещей вы делаете на автомате, часть вещей вы, не, вы в принципе стараетесь избегать, ну типа там что-то как-то я делаю и нормально. Вот. А когда вы начинаете информацией делиться, вы как будто, знаете, зажигаете свет в ваших чертогах разума, и все, что вы знаете, все, что вы изучили, все, что вы хотите поделиться, оно все освещено ярким светом, потому что за вами наблюдают, и вы начинаете наводить порядок. То есть учить других — это реально способ навести порядок в своей голове и заполнить какие-то небольшие пробелы, которых вы даже не знали. Потому что вопросы, которые вам задают, те задачи, которые вам приходится вместе со студентами решать, они чаще всего лежат за рамками, немножко за рамками того, чем вы занимаетесь. Таким образом, вы гораздо повышаете качество ваших собственных знаний. Это парадоксальная вещь, но действительно преподавание дает абсолютно новый уровень понимания. Про знания, которые умрут. Ну и на самом деле чаще всего задается вопрос: ну окей, ладно, хорошо, ну а что делать? И поскольку раз у нас сегодня тема про action, то есть механики трех уровней, собственно, что делать для того, чтобы ваши знания, для того, чтобы ваши знания можно было поделиться. Первое, это самое простое, он займет у вас порядка там часа или двух, но зато, особенно если у вас какая-нибудь редкая специальность, которую многие, допустим, хотят получить, а они обычно не пишут. Ну, например, вы фотографируете, скажем, насекомых. Ну, то есть никто не знает, как это делать. Этому не учат нигде, наверное. Но есть люди, которым реально это интересно. Во-первых, им интересно вообще, это их или не их, интересно попробовать, и интересно узнать вообще, как вот этим быть, сколько там, грубо говоря, людей, сколько нужно работать, сколько там можно заработать, какое нужно оборудование, какой ремонт, все вот это вот. А ведь такие узкие специальности, которые мне учат, они очень закрыты, в них очень попасть сложно. Если вы кого-то лично не знаете, ну, вообще нереально. Поэтому вот просто такая простая вещь. Опишите один день вашей работы. Просто, не знаю, в посте в Фейсбуке где-нибудь на каком-нибудь портальчике можно... Что еще можно? А? Можно сайт, наверное, там по посту с привлечением людей. То есть сайт сделан, но, скорее всего, никто не пойдет, поэтому лучше на пост в соцсети именно. То есть какой-то вот один день я просыпаюсь, это я делаю это, я там беру, отрываю им лапки, фотографирую отдельно, значит, тут я зажигаю свет, я использую вот такой вот, смотрите, а вот я с лампочкой, а вот я с этой мухой, а вот она меня укусила. И это дает реальное погружение. И
Потом есть такая вещь, как книжки, люди их читают, проблема в том, что большинство книжек, они не очень вам помогут. То есть не очень вам помогут тому, кто вообще не в теме, поэтому очень клево составлять списки, какие-то подборки вот самых-самых книг, которые вот вам реально помогли. Потому что остальные, они, ну, что-то полезное, что-то расскажут, а вот есть такие, которые вот, обычно это 2000 книжки, которые прям вот вау. Очень важная вещь — это список требований, например. Ну, то есть вы такие, можно фотографировать, короче, мух, но нужно быть офигенно терпеливым, иметь хорошее зрение, и чтобы у вас руки не тряслись. Чувак такой, о, это про меня, или это не про меня. Опять же, вы раскрываете информацию, которой нет, выделитесь. Вот это вообще отлично, это займет у вас вот реально вот буквально там час-два. Это не так просто, как кажется, кстати. Придумайте 5 заданий для тренировки. Вы типа, знаете, я работаю, я фотографирую мух, если вы хотите пойти попробовать, вот есть, короче, 5 заданий, которые я использую, чтобы себя тренировать. Во-первых, поймайте муху и положите у нее, значит, эти лапки под 45 градусов. И здесь люди получают не только новые знания, они получают еще новый опыт. Они уже чувствуют себя, как будто бы они этим занимаются. И если они совсем начинающие, а вы клевые, то они могут расти. И вот это вот вы на самом деле, вот в этих всех пунктах, вы уже по сути являетесь и игроком на поле образования. Вы уже учите, вы уже делитесь. Ну и вот какие-то вот такие вещи, как перевод статей или алгоритмы, типа там, как разложить муху, как оторвать мухе голову, как, не знаю, приклеить ей хвостик, как начать одну муху от другой, какие-то простые алгоритмы. По сути, это все вы носите вклад в общее поле контента, которое будет потом, возможно, использовано, возможно, теми, кто этому обучает, возможно, теми, кто этому учится, возможно, какие-то конференции. То есть вы уже вносите вклад, ваши знания уже не пропали. Угу. Дальше. Ну вот тут уже посложнее, наверное, это надо делать после прохождения первого уровня, поэтому я особо подробно рассказывать не буду. Чего можно делать? Можно, в принципе, как и любой человек, который работает, вы можете консультировать немножко там за бесплатно, за еду или просто по фану в каком-то мероприятии людей, допустим, которые хотят научиться там тому, что вы делаете. Например, вы там, строите мебель из, не знаю, из палетов, например, это ваше хобби. И вы консультируете про то, как вот собрать как это став, чтобы было удобно, да. Давай. То есть ты просто пиаришься сейчас? Понимаешь, в данном случае я верю в рынок. Когда специалисты плохие предлагают что-то, это хуже, это лучше, чем если там вообще ничего нет. Потому что есть плохие, есть хорошие. Появляется тусовка, появляется движ. Хорошие объединяются против плохих. И наличие плохих, на самом деле, наличие плохих парней очень сильно объединяет и мотивирует хороших парней. Естественно, да, да, да. Ну, потому что в любом случае человек же сам разбирается в том, что ему говорят. Если он видит явные противоречия, если он видит некоторую конкурентность, начинает искать что-то сам. Даже сталкиваясь с информацией, которая, ну, ему не нравится, начинает искать то, что ему нравится, когда он находит тех лидеров мнений, мнение которых ему близко, естественно. Вот. А насчет пиариться... Понимаешь, тут же всегда есть такой вариант, что ты кому-то расскажешь, всегда есть комментарии или вопросы из зала, значит, достаточно прозрачное все, да. Если начну какую-нибудь явную фигню рассказывать, скажут, чувак, а ты вообще вот это вот знаешь, ты вот это умеешь? Ну и, в принципе, у нас сейчас довольно такие неплохие инструменты фальсификации того, что рассказывают люди. То есть это можно проверить, это можно, в конце концов, потом просто стереть, если окажется, что это полный трэш. Вот.
Поэтому попытка пропиарить, не будучи специалистом, приведет на самом деле к плохому исходу, и это хорошо. Вот, не знаю, я ответил, нет? Давай. Ты сейчас про инфобизнес, да? А... Я поговорю про это в конце. Это тоже неплохо. Там есть разумное зерно. Просто есть какое-то ранжирование, да, и есть какие-то лидеры мнений, которые собирают руки в подборке, говорят, что это подборка хорошая, это подборка нехорошая. Ну, это как бы это нормальная ситуация. Это нормальная ситуация. Нельзя сделать так, чтобы оставить только хороших, не вводя тоталитарную систему. Вот как бы. А... А потому что это потому что вы не делитесь, потому что создается вакуум. Видели, чтобы кто-нибудь записывал плохие уроки по, не знаю, там, неправильные по матанализу и дифференциальным уравнениям? Видел? Ну, в общем, их немного, потому что информация на эту тему есть, хорошие источники есть, поэтому те, кто это записывает, это обычно какие-то хорошие учебные центры, которые объясняют просто более понятно, да? И потому что есть огромное количество людей, которые могут проверить, сказать, чувак, вот так официально они не решаются. Если у вас в вашей среде вакуум, то туда попадает что-то. Постепенно оно вымывается тем, что хорошее. Это, ну, как бы это нормально. Вот, ладно. И про третий уровень, вот, собственно, про учебные пособия, про брошюрки и про тренировки. Это позволяет, это если вам реально уже хочется, вы чувствуете себе способности после первых двух стадий реально выращивать хороших людей, чтобы они работали, были счастливы тем, что они чем-нибудь занимаются, чтобы вы были счастливы, обучая их. Вот. Обучение людей — это вообще одна из самых сложных вообще задач, поэтому она клевая, она для умненьких. Если вы будете этим заниматься, вам понравится. Но, как и все хорошее, оно имеет ряд вопросов. Я обычно спрашиваю, что у меня не получится, я не умею, нет времени, я не умею выступать, я, например, совершенно не умею выступать. Вот. И что делать? Такой слайд, я не буду его читать, думаю, что вам видно. Дело, в общем-то, не в вас, дело в социальной ответственности, потому что то, что вы умеете, то, что вы знаете, то, чем поделились с вами, это потому что кто-то нашел в себе силы и время этим заниматься, да? Он, по сути, наверное, если говорить о людях, определяющих сознание общества, то... Ну, по сути, и качество жизненного общества. Тут скорее люди, которые занимаются обучением, потому что все, что вы умеете, ну, в хорошей ситуации, в хорошей вселенной, да, это то, чему вас научили в школе, вас научили в институте, вас научили на работе, ваш наставник на работе дал вам определенную систему ценностей, и с этим вы живете. Вот. Ну, либо нет. Поэтому делиться своей увлеченностью, делиться своими навыками — это, наверное, не выбор, это, наверное, какая-то, ну, такая вот социальная ответственность перед обществом. И это то, что каждому нужно делать, если он действительно делает свою работу хотя бы хорошо. То есть там не супер блестящий, на уровне звезды, да, а просто хорошо, потому что, ну, для кого-то это может быть навыками и опытом или примером, который изменит реальную жизнь. Вот. И на самом деле это потрясающее ощущение, когда ты видишь человека, который пришел абсолютно потерянным в жизни, не знал, чем ему заниматься. Ты в него вложился, и у человека появилась новая работа, новый, вообще новый интерес, и ты видишь, что человек вообще живет абсолютно другой жизнью. И, ну, это одно из самых крутых ощущений. Оно очень такое меняющее. Вот. Можно плавно перейти к вопросам, к обсуждению, наверное. У меня есть еще там парочка слайдов для конца. И
такие вот простые советы, как начать делиться. Это вот. Это вот такой простой вообще, простой алгоритм, который вливается в то, что вы проводите либо мастер-класс, либо пишите постик. И это вот трехкомпонентная система, она работает, ну, это, конечно, самый простой способ задавать какие-то учебные материалы, она работает вообще всегда. Просто сделали, выполнили это и понесли какую-то пользу, и вы молодец. Ну, если вы поняли, что вы сделали плохо, или у вас не получается преподавателя рассказывать, лично делиться, вот, а то можно записываться на видео, звать в качестве там, коллег, в смысле, в качестве слушателей ваших коллег или друзей, вот, ну и работать над заданиями, например, именно над объяснениями. Ну и такое по скрипту. Уже пятница, да? Ну вот такая быть картинка со слоу-почиком. Вот. Ну и пару слов про будущее. Готовьте ваши вопросы, это последний слайд. Открытые корпоративные университеты, по сути, ну, наверное, сейчас основными заказчиками являются корпорации, все-таки компании, да, на качественные кадры, то я предлагаю, что чем дальше, тем больше будут некоторые внутренние системы обучения, образования, которые будут потом открываться за деньги или как-то вот в качестве там, объединения компаний в один обучающий хаб. И это достаточно сильно поднимет качество того, что мы имеем. Независимые проекты, хорошие проекты будут объединяться против плохих проектов в некоторые альянсы, да, и будут обмениваться студентами, обмениваться навыками, обмениваться опытом, обмениваться кадрами, опять же. И поскольку, скорее всего, скоро возникнет необходимость в том, чтобы вот это вот неофициальное образование как-то подтверждать и контролировать, скорее всего, там к функции больших учебных заведений обучения будет добавлена еще и функция сертификации знаний людей, которые они получили, скажем, онлайн, или получили как-то независимо, или получили сами. То есть вы приходите и сдаете экзамен, получаете некоторый специальный там фиолетовый дипломчик о том, что ваши знания, вот вы ничего не послушали, но ваши знания подтверждены, проверены, все серьезно изучены там профессорами или там какими-нибудь клевыми специалистами, экспертами по экспертности. И вы получаете и качественный, быстро освоенный опыт, и какой-то хороший документ. Образовательный дизайн как модная работа. Создание, ну, сейчас сложно кого-то удивить тем, что ты чем занимаешься, там, я не знаю, я методист. Вау, это такая офигенная модная работа, это же так круто. Или ты чем занимаешься? Я придумываю задания для учебника русского языка. Да ладно, ты чего? Это же так офигенно. Вот если, допустим, человек, скажем, мобильные приложения пишет, или стартапчик делает, или хотя бы на гитаре играет в подвале, это модно. Но мне кажется, что с изменением, опять же, понимания образования и влияния его на людей, да, что он все-таки немножко больше, чем мы привыкли думать. Образовательный дизайн станет реально модной темой, когда, допустим, стал веб-дизайн или промышленный дизайн, да, вот в 20 веке. Образовательный дизайн — это создание всевозможных, то есть создание заданий, создание методичек, создание учебников, вот придумывание и конструирование тех материалов, с которыми работают преподаватели, с которыми работают. Вот. По сути, это то, что называется методической работой, да, подготовка к занятиям. Вот. По факту он шире. Вот. То есть это и, там, и эргономика учебных пособий, да, то есть, чтобы если, допустим, задание и теория к нему должны находиться на одной страничке, чтобы должно быть удобно, оптимальный размер букв, чтобы не приходилось делать вот так вот или как-то вот так вот. Да. То есть это все немножко шире, чем мы привыкли думать. Вот. И то, что происходит сейчас, это воркшопы и дружеское слушание. Это когда ваши друзья выступают, и вы ходите слушать их, а когда вы выступаете, они ходят слушать вас. Мы создаем некий неформальный движ, где сходить на какую-то лекцию означает еще и встретиться с друзьями, провести время хорошо, и с ними, допустим, вот, поесть, как сегодня. То есть сегодня единицы людей
воспримут как норму то, что там, ваш его знакомый выступает там где-нибудь там в барчике или в каком-нибудь пространстве, и ты бы хочешь его послушать. Но это обычно все-таки довольно необычная штука. Хотя на самом деле, мне кажется, чем дальше, тем больше это начнет становиться нормой, потому что мы начинаем информацию быстрее усваивать, учимся ей лучше делиться, и мне кажется, такие штуки скоро станут нормой. Ну и опять же, в качестве отпуска, в качестве отдыха можно сходить на какой-нибудь воркшопчик, чему-то научиться, а не сидеть дома перед интернетиком, перед телеком. И это на самом деле очень сильно зависит от именно от культуры, от того, как принято. И если это станет принято, то мы действительно попадем в немножко другую культуру образования. А из этих выступлений потом вполне могут вылупиться хорошие преподаватели, хорошие спикеры, хорошие авторы курсов и всего такого. Потому что начать с высокого уровня, то есть пойти победовать сразу группе очень сложно. А если говорить про какие-то открытые лекции на веселую тему, или личные тренировки, да, или тьюторство, когда есть курс, и ты помогаешь человеку пройти, это немножко попроще. Вот. Наверное, у меня все. Давай. Ни у кого эпилепсии? Нет, нет, ничего с тобой не мигает. Вот она. Что? Она расширена? Да. Давай. Опять же, в опыте работы можно формально написать опыт стажировки или опыт волонтерства. Это считается за опыт, если ты занималась тем делом, которое нужно, верно? Это довольно несложно найти, ты получаешь какие-то навыки, или ты просто идешь без опыта в то место, где этим занимаются. Потом, если есть курс, у которых есть какая-то практика, да, у тебя, ты получаешь портфолио, получаешь какой-то опыт работы над проектами, это тоже считается за опыт. И если ты идешь куда-то, опять же, с нуля, где тебя доучивают, да, то, возможно, лучшим ходом будет выбрать место, где тебе там символически оплачивают там, и еду, и проезд, зато тебя учат, и это идет тебе как стаж. Потому что, да, та ситуация, в которой ты что-то заканчиваешь, и сразу же тебя там разбирают работодатели, она, к сожалению, пока что вот в этом городе существует весьма... только в альтернативной реальности. Но это опять же вопрос интегрированности компании и учебной среды. И надо сказать, что здесь, мне кажется, пополам вины именно образования и пополам вины самих компаний, потому что сами компании не очень активно сотрудничают с обучением, не очень активно отправляют своих сотрудников специально этим заниматься, да. То есть мы, например, сами выходим на специалистов, потом с компанией, говорят, вы не против, если они такие, нет, мы не против. Или мы не против, если вы нам вот это вот. Да? То есть пока что социальная ответственность компании в том, что надо отправлять своих сотрудников учить будущие поколения, она на очень низком уровне. Единственный вариант, в котором это работает, это если HR-отдел говорит, нам бы неплохо, чтобы вот там вот кто-нибудь преподавал, чтобы потом у них забирать самых лученьких. То есть это опять же такая, ну, это опять же, это какая-то стратегия, это не вклад. Вот. Да. Где компромисс? Вначале ты подчеркнул обучение, связанное с научными знаниями, да,
Я сейчас покажу слайд, просто что я имел в виду. Ага, ну сейчас я это говорю, да? А вот где компромисс между вот этими двумя вещами? С одной стороны, я согласна, что да, много практики, это круто. А с другой стороны, я тут уважаю экспертов, которые будут оценивать знания этих людей, которые делают практику. Смотри, я сцена сказал, что я не буду говорить об этом и этом, потому что это все вместе, там, ну, там, каждое по проценту максимум. То есть, ну, это очень узкие кейсы. То есть, как учить людей, которые занимаются наукой, я не знаю. Первое, это профориентация. Люди, которые ориентированы на активную социальную деятельность, которые не могут сидеть на месте, которым важно получать результат сейчас, скорее всего, наукой заниматься не будут. А если будут, то будут в ней страдать. Это, ну, как бы, это такой отсев, да, на некоторых людей смотришь, например, как вот на меня, и понятно, что ты такой человек, наукой заниматься не можешь вообще. И нас таких процентов 95 на самом деле. Наука — это очень специальная область человеческой деятельности. У меня есть просто знакомые ученые, они очень специальные. То есть у них абсолютно... То есть они готовы вот реально вот в эту вот... знаете, это похоже... Сейчас... Помните, была такая игрушка в айфоне, там такое яйцо, да? А? Там нажимаете, короче, миллион раз на яйцо, потом оттуда оп, цыпленок, и, короче, все, игра заканчивается, значит, сначала. Если человек эту игрушку не прошел, он наукой заниматься уже не может, все. По обучению этому, ну, любой человек в любой момент может пойти в какое-то учебное заведение, вуз ориентированный именно на то, чтобы выпускать именно ученых. Где ему поставят методологию, где ему поставят основные, там, естественно, научные принципы экспериментов, где ему расскажут про какие-то вот фундаментальные вещи. И, в общем-то, ну, если человек всю жизнь нормально осваивал новые знания, он это освоит даже там в 25 и в 30, ну, нормально. Блин, в том, чтобы, ну, что какие-то там естественно-научные, опять же, какое-то такое базовую штуку, которая нужна для того, чтобы заниматься наукой, допустим, вы все пишете дипломы, да, диплом — это научная работа. Вас, типа, зачем-то учат, на всякий случай, вас учат делать научную работу. Ну, вдруг пригодится. Да. Я не согласен, что вуз делает работу тьютора, потому что составление программы — это всего лишь часть работы тьютора. Вторая часть работы тьютора — это помощь с его освоением. Вся помощь вуза с освоением, именно вуза как системы, не преподавателей, да, а если мы называем вуз тьютором, да, к помощи тебе в освоении, эта система не вылетел сессию, не сдал сессию, вылетел. Одна из фишек работы тьютора, я просто сам тьюторы студентов — это постоянная синхронизация с авторами курсов. И она не всегда положительная. И она может быть в формате: ребята, у меня спрашивают мои студенты это, вы это не рассказали, это нужно. Я специалист, я знаю. И вот на самом деле вот такая связь, она вот на системе обучения плюс наставничества, она самая ценная. Потому что в данном случае проверяют качество обучения, да, не студенты, не работодатели, что долго, да, то есть несколько лет может пройти, а тьюторы сейчас. Вот, ребят, мои студенты с этим справиться не могут, переделывайте. Вот. Что касается составления учебной программы, это стопудово работа вместе методистов и заказчиков. А заказчики этого всего у нас кто? Это компании, да. Ну или государство, если мы говорим там о государственной службе, да. То есть, и скорее всего, мы идем опять же с конца. То есть мы составляем сначала некоторую программу проверки знаний на выходе, да, некоторые финальные задачи, которые они должны решать, составляем некоторую модель компетенций, составляем систему для их оценки, а потом уже, ну, для чего мы это делаем, то есть, в конце концов, да. То есть нам на выходе нам надо. То есть, дело ведь не в том, чтобы человека учить 5 лет. Дело в том, чтобы на выходе было что-то. Если мы могли бы дать ему для этого таблетку, это было бы идеально, это было бы хорошо.
Но это другой способ. И по сути, в общем, во многом обучение — это ответ на вопрос, как это засунуть ему в голову, как тебе это засунуть, как тебе это научить. И тут какие-то есть всякие творческие штуки, в том числе можно человека майновать 5 лет. Это тоже решение. Вот. Но программа составляется под задачу. И вот что касается там, классических вещей, трагедия ведь не в том, что вы плохо учились и не нашли работу. Это нормально. А вот если вы хорошо, отлично учились и нашли работу, вот это беда. Ну, то есть вот это означает, что, по сути, вас вводили в заблуждение все 5 лет, что вы научитесь и будете... То есть, как бы, ну, что если вы будете там хорошо учиться, то вы что-то получите. На самом деле тут просто вопрос синхронизации конечной задачи, да, с начальным рабочим местом. А это сегодня выглядит... Где оно? Где это есть? Вот. То есть вот здесь вот вы заканчиваете последний курс, вот здесь вы получаете клевую, интересную работу. Вот здесь, да, вот здесь вы попадаете в то место, где вы точно туда, вы точно туда получите. Вот в чем беда на самом деле. И задача того, кто создает системное обучение, сделать так, чтобы эта точка была вот там. А еще лучше выше, чем там, чтобы был такой трамплинчик, чтобы человек получал больше знаний, чем ему на самом деле будет нужно. То есть получал все необходимые и еще с заложенным на рост. Но не очень много, чтобы он не был, как называется, overqualified, слишком клевым, и чтобы ему не было, как это называется-то, а? Скучно, чтобы он не считал эту работу ниже своего достоинства. Это тоже очень важно, да. Понятия не имею. У меня его нет, у меня 10 классов. Да я тоже могу сказать, почему высшее образование — это клево. Вот. А высшее образование — это среда, которая позволяет собрать в одном месте людей, которые занимаются целый день не тем, что зарабатывают себе на хлеб, а тем, что совершенствуют знания свои. В первую очередь это как бы это преподаватель, да, это вот высшая школа — это преподаватели хорошего уровня. Другое дело в том, что, как правило, системной подготовки этих кадров ее нет. Допустим, мы вот у себя сделали там, обучение для преподавателей, учим их там интонацию использовать, а вот так вот все говорить, не вот так вот все говорить. И учим их презентации делать. Мы учим их работать с разными стилями, мы учим работать с негативом, учим их составлять задания, учим использовать их разные способы подачи материала, да, разные дидактические приемы. Вот. И это нужно делать все время, постоянно. Иначе, потому что иначе они превращаются, обратная сторона, они превращаются в такую вот, в чуваков, живущих в башне слоновой кости, и снисходящих до уровня студентов. Только это очень чувствуется. Вот. Ну и плюс, конечно, я абсолютно уверен в том, что каждый, кто учит, должен еще работать на практике руками. Может быть, немного. Но иначе теряется контакт с реальным миром, и это очень плохо. А это значит, что такой преподаватель не может быть ролевой моделью. То есть тем самым идеальным журналистом, о котором мы говорили вначале. Человек, который уже давно ничего не писал, он не может быть моделью идеальным. Вы не видите его в действии, блин. То есть в этом беда. Вот. Ну и еще очень важная, самая вещь, которая сегодня утрачена, это, по сути, образование — такой сертификат третьей стороны о соответствии чему-то. То есть есть сотрудник, который может наврать что угодно, да? И есть работа, которая тоже может чего-то там от него требовать. В данном случае, то есть некоторые средние температуры его знаний удостоверяется третьей стороной в виде сертификата. Это может быть кто угодно. Это может быть какой-нибудь внешний поручитель, это может быть центр оценки сертификации, да. Но сегодня, то есть еще лет сколько-то назад мы жили в мире, где какие-то там топовые вузы действительно обещали и выполняли соответствие человека рабочей должности. Сегодня, поскольку профессии эволюционируют быстро, а будет образование медленно, сегодня нам в какой-то части, в немалой части специальности это уже утрачено. Вот. Как-то так. Да. Если они что? Не совсем здоровые? Это хороший вопрос. На самом деле у нас бывает так, что студенты пропускают занятия,
им не нравится чего-то, и у них, допустим, есть проблемы с чем-то. Но чаще всего объясняется дело в том, что дело не в мотивации, а в демотивации. То есть нам всем нравится учиться, нам всем нравится делать, что нам всем нравится делать, нам всем нравится создавать что-то, что будет нравиться. Но нас очень легко отвлечь, оттолкнуть и разочаровать. И обычно, когда мы начинаем изучать процесс, мы понимаем, что дело не в том, что мы что-то не сделали, а в том, что мы сделали что-то лишнее, что их, допустим, напугало или оттолкнуло, или разочаровало. Или в какой-то момент у них были ожидания, которые мы не выполнили. Вот. Да, есть всякие там манипулятивные штуки, там типа геймификации, типа работы в группе. Но это все есть, это классические, там все преподаватели это знают, мало кто использует, правда. Но вот так. Но основная концептуальная штука в том, что, скорее всего, если кому-то не интересно, что была демотивация, а не отсутствие мотивации. Потому что если человек пришел, если нам учиться добровольно, чтобы стать хорошим специалистом, да, то это уже достаточно для того, чтобы если человека не отвлекать, не разочаровывать и давать ему верное ожидание, чтобы он дошел до конца. Вот. Да. Воу. То есть, секундочку. Все, да? Я просто... Я все. Так, подожди. Ну ты офигеть вообще. То есть ты считаешь, что человек учился 5 лет, а потом мы еще нужно ходить на воркшопы, и какой-то отдельный чувак должен устраивать с ним коллаборации? Да. По пути выход хорошо. Подожди, ты говоришь, ты можешь практиковаться, можешь не практиковаться. Если ты не практикуешься, ты ничего не научишься делать полезного в жизни, в принципе. Это необходимо, потому что этого нельзя не делать. То есть иначе образовательное учреждение, которое должно готовить нас к профессиональной жизни, просто этого не делает. Оно просто делает свою работу плохо, и вот это, собственно, и все. Я как раз таки об этом и говорю. Что-то я хотел сказать такое клевое. Какую-то шутку пошутить. Блин, вы меня отвлекли. Ладно, давай дальше. Может, я вспомню. Вспомнил. Мне кажется, у вас отличная дискуссия получается, лучше, чем у меня получается. А я пока вспомнил то, что я хотел сказать. Знаете, насчет практики. Это все очень прикольно. А мне, знаете, у меня всякие вот мои знакомые из Facebook, из Контача, я кого-нибудь подобавляю. Сначала подобавляю, потом начинаю думать, зачем. И что-то типа, Глеб, у тебя, короче, есть своя компания, можно у тебя пройти практику?
Говорю, можно. Как клево, я тебе в конце пойду, бумажки типа подставлю, подпишу. Я такой, нет. В смысле нет? Я говорю, ну эти практики, ты приходишь типа каждый день там, с 12 часов, в начале рабочего дня, с утра пораньше, и до 5 ты что-нибудь делаешь, выполняешь, да, я сейчас составлю тебе программу. Он такой, блин, нет, так еще где-нибудь в другом месте лучше. Нет, это не проблема личности. Ну, в первых лето, понимаешь, ну, как бы... Это проблема системы. Если система такое вообще допускает, и, как бы, и это считается, если людей за это не стыдят, не знаю, не выгоняют, не отчисляют и не унижают, то это системная проблема. А? Мне говорят, что вы еще работаете где-то. Тогда почему вы еще здесь? Это ты к тому, что нужно кого-то отпустить, или к тому, что нужно всех выгнать вообще? Нет, просто очень интересно, мне кажется, мы так можем вечно сидеть. Я же говорю, я могу до 11, у меня сегодня рабочий день, в общем-то, еще не... Мой рабочий день, он... Какой? Да? Окей, ладно. В общем, просто...